Вот это плетистая роза жасмина. Растет она у меня третье лето. Вот за 3 года, вот третий год, да, только начался сезон, вот она нарастила вот такой куст. Я считаю, очень хороший результат для Сибири. То есть роза ароматная, вот, очень с красивым соцветием, нежным. То есть когда цветок открывается, вот, он вообще такой вот как фарфоровый, то есть настолько красивый. А аромат насколько классный, вы себе вообще не представляете. То есть она пахнет свежими зелеными яблоками. И аромат этот очень сильный. Он распространяется вокруг нее метра, наверное, почти на полтора. То есть подходишь и чувствуешь запах. Вот. То есть за вот прошлый год она отрастила вот этот вот основной, вот этот побег. То есть первый год она, ну, очень мало отросла, потому что я ее посадила где-то весной. И вот лето она так, ну, как бы особо прироста не дала. Вот за второй год она отрастила вот этот побег и вот этот побег. Вот. Я их пригнула, они перезимовали. То есть, ну, концы побегов подмерзли немного, я подрезала. И вот на этих побегах прошлого года вот она выгнала все вот эти, вот видите, вот, все вот эти боковые веточки, вот, которые цветут. Вот, сейчас у нее первая волна цветения в самом разгаре. Вот. Конечно, роза как бы сама не лепестки не сбрасывает. То есть немножко приходится ей помогать очищаться. Вот. И она очень колючая. Ну, вот это два только недостатка, которые я у нее вижу. Вот. Пока в целом она мне нравится. То есть устойчивая, ароматная, обильно цветущая, красивая, достойная роза.